Здравствуйте! Вы смотрите программу «Лицом к лицу». Мы очень рады нашей новой встрече и благодарны Богу за возможность рассказывать о том, как Его любовь изменяет нашу жизнь. Я думаю, что очень многие люди любят 90-й псалом, который есть в Библии. Особенно здесь много таких слов, когда Господь обещает о нас заботиться. Например, «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Вот этот псалом является одним из любимых псалмов нашей гости. Давайте с ней познакомимся. Ее зовут Наталья Олесик. Здравствуй, Наташа. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, Наташа, вот как долго ты уже с Богом живешь? Как давно ты его нашла? Ну, я думаю, что давно. 5 лет. Это целая вечность в моем понимании, что мне кажется, что я Бога знаю всю жизнь. Скажи, пожалуйста, немножечко о том, вот кто рядом с тобой живет, расскажи о своей семье. Моя семья состоит из моего мужа, из 2 детей, 2 сына у меня. Старшему 25 лет, младшему 19 лет. Старший сын уже женат, у него есть семья и маленькая дочка. Это самые близкие мои люди. Но еще у меня есть, помимо самых близких, еще есть мамина сестра Валентина и ее дочь Александра. Я их очень люблю, и они тоже часть моей семьи. Именно через Валентину я узнала Бога. То есть, в общем-то, по большому счету, ты счастливый человек, потому что у тебя есть семья, у тебя есть дети, у тебя даже уже внучка есть. Это же большое счастье. Да. Вот. И слава Богу, что в твоей жизни был такой момент, когда ты стала искать Бога, наверное, отвечая на то, что Он уже... Потому что Господь прежде же нас начинает искать. Вот расскажи, пожалуйста, все-таки в твоей именно жизни, как это началось? Да, Бог меня вел, конечно, всякими разными путями трудными. Ну, в основном трудными, да. Так получилось, что моя тетя уже давно посещает церковь христиан-адвентистов 7-го дня, и она мне потихоньку начала говорить о Боге. Ну, мое сердце оставалось глухое, как бы мне Бог не нужен был в то время, и у меня было все, и я была счастлива, и казалось, что я все могу сама, все преодолеть, со всем справиться, я умею сама любить. И... Наташа, а то, что вот она тебе просто хотя бы говорила о Боге, ты как к этому относилась? Что Бог есть, просто Он тебе не нужен, или просто никак? Да, конечно, я верила, что Бог есть, и я как бы ощущала эту любовь на себе. Я понимала, что это Бог меня любит и ведет по жизни. Но не хотелось бы беспокоить в данный момент, да? Не хотелось себя обременять, наверное, чтобы вот ходить в церковь и... Какие-то там, видимо, должны были быть, по моему предположению, отказы от мирской жизни. Ну, в общем, так. Но вот в какой-то момент случилось так, что все-таки это перестало быть тебе безразличным. Что же подтолкнуло тебя к этому? Ну, сначала, когда я слушала тетю, я понимала, что вроде бы как бы надо ходить в церковь. И мы стали ходить всей семьей. Я, мой муж и 2 детей. Тогда они еще были маленькими, и делали то, что говорят родители. И они ходили с нами. Но потом так получилось, что моя мама узнала это, и она поссорилась со своей сестрой, с Валентиной, и мне сказала, что если я буду ходить в эту церковь, то я ей больше не дочь. И я сказала: «Господи, извини, я отказываюсь от вечной жизни, и ради того, чтобы моя мама была спокойна и счастлива». Это, конечно, я сейчас понимаю, был ужасный поступок. Но так получилось, что я так поступила ради мамы. Я не ходила в церковь, и когда мне муж сказал: «Мы пойдем сегодня в церковь в очередную субботу», я сказала: «Нет, мы не пойдем». И сейчас мне эти слова просто
страшно звучат в голове, как я могла такое сказать. Но теперь вот я в церкви, а моя семья нет. И я очень страдаю от этого, и хочу, чтобы они были там же, где я. Ну, потом получилось так, что мой муж встретил другую женщину. И он меня не замечал, и вообще игнорировал, и плохо со мной обращался. Это видели дети, вся семья страдала. И в очередной раз приехала ко мне в гости моя тетя Валя и начала опять говорить о Боге. И тут, видимо, мое сердце открылось навстречу ее словам. Дух Святой коснулся меня. И до меня дошли эти слова, которые Бог сказал в своем слове. «Никогда не оставлю и не покину тебя, и любовью вечно я возлюбил тебя». И тогда я в эту церковь просто бежала бегом. Ну, бежала я, естественно, к Богу. Я не видела людей в этой церкви. Я видела только Бога, только Иисуса Христа распятого. Слезы, конечно, текли из глаз. И я говорила: «Господи, прости меня, как я могла от тебя отказаться?» Ну, потихоньку Бог стал возвращать меня к жизни. А так было, конечно, очень тяжело все это перенести, все это вынести, потому что были очень тяжелые моменты, когда просто не хотелось жить. Но Бог поддерживал все равно, несмотря ни на что, давал уверенность, надежду. Ну, как-то вот он меня прям это чудесным образом из этого все вытащил. Потихонечку исцелял, возвращал к жизни, возвращал дыхание к жизни. И потом нужно было, когда муж принял решение остаться со мной, это все, конечно, длилось очень долго, в течение 5 лет, все это, вот этот весь кошмар, что вот муж встречался с другой женщиной и ни туда, ни сюда не хотел уходить, потом все-таки решил уйти. Ну, в общем, так и не ушел, слава Богу. И потом нужно было, чтобы это принять своего мужа обратно и продолжать с ним вместе жить, нужно было все это как-то забыть, и как будто этого не было. И опять Бог пришел на помощь, и Он мне дал такую любовь, что я просто этого не вспоминаю, этого кошмара. И мне кажется, что я мужа стала любить еще сильнее. И, в общем, сейчас, конечно, все остановилось, слава Богу. Семья вся вместе, все вместе. Но в церковь пока вот никто не ходит, ни дети, ни муж, но я молюсь и надеюсь, что он приведет всех. А с мамой как получилось? Да, вот я пропустила в своем рассказе то, что когда мама мне сказала, что ты мне не дочь, если будешь ходить в эту церковь, я в церковь перестала ходить. Но потом такое произошло в нашей жизни, другая возникла причина, из-за которой мама все равно от меня отказалась. Все равно я стала ей не дочь. И я поняла просто, что нельзя надеяться на человека, что нужно правильно в жизни своей расставлять приоритеты, что Бога всегда нужно ставить на первое место, ибо Господь сказал, что если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Я это сейчас очень хорошо понимаю, что без Бога просто невозможно построить счастливый дом, невозможно полноценно любить, полноценно быть счастливым. А с мамой я сейчас помирилась, и мама помирилась со своей сестрой, с Валентиной, и просто великая благодарность Богу, что Он не оставляет и не покидает, и что Он очень любит нас, и принес такую жертву великую на кресте ради нас, до Сына Своего. Благодарность Богу. Наташа, а вот расскажи поподробнее, просто вот как все-таки ты к Богу приходила. Да, у тебя случилась серьезная проблема. То есть, когда у тебя все было хорошо, ты знала, что Бог есть, но как бы старалась Его не беспокоить своими проблемами и старалась как бы свою жизнь не ограничивать, пожить пока. Как многие же говорят, ну я приду к Богу когда-нибудь, я знаю, что Он есть, но у меня пока вроде бы все нормально. Вот, может быть, попозже, может быть, там в старости же очень многие собираются прийти к Богу. Но вот иногда такие проблемы, к сожалению,
какие происходят вот с тобой произошли, происходят с людьми, и они начинают свой путь к Богу. Но все равно же это не одномоментно. Или если человек только чисто из-за проблемы пришел к Богу, например, когда проблема заканчивается, он может уйти от Бога опять. Это естественно. У тебя же так не произошло. Вот как все-таки вот этот момент, как вот твой путь этот складывался? Тебе же нужно было именно к Богу прийти всем сердцем. Ну, сначала ты начала ходить в церковь. И что-то там, что в тебе стало происходить? Почему это в тебе стало происходить? Как ты считаешь, что вдруг тебя начало так сильно менять? Ну, потому что в этот момент мне нужна была помощь. И я понимала, что кроме Бога мне в этой жизни никто не поможет. Вот именно в этой ситуации, какая у меня сложилась в семье. И я ходила в церковь, но сначала не всегда понимала на проповедях, о чем там говорится, потому что я не знала Библию, я не знала Ветхий Завет особенно. Но я слушала, и, видимо, Дух Святой касался меня, и сердце мое открывалось навстречу Божьей любви. То есть ты вот сама сейчас обозначила, что ты открыла Библию. То есть вот этот, наверное, момент очень важный. Ты его открыла ее, и вот как это происходило дальше? То есть действительно ты сказала, не все понимала, но вместе с тем продолжала? Ну, конечно, да. Я читала все, что попадалось мне, кроме Библии, еще другие книги. И пыталась познать Бога и познать Его любовь, почувствовать ее в полной мере на себе. Потом, конечно, стала все понимать, и все мне нравилось. Потом была программа Марка Финли, спутниковая программа. И там очень доступно Марк Финли все объяснил о спасении, об искуплении. Вот что ты для себя поняла вот в этом? Спасение, искупление. Для многих это какие-то слова, ну, как бы общеизвестные, но, в общем-то, просто слова. Многие говорят, что Бог есть, да, Он есть, я не отрицаю. А что значит, что вот для тебя должен Господь стать? Ну, сначала, конечно, я пришла в церковь, чтобы мне Бог помог в этой жизни. Чтобы Он мне помог в определенной ситуации. А когда я начала Его узнавать, и план спасения узнавать Божий, то я поняла, что такое Бог, кто такой Бог, и какой мы выбор должны сделать в своей жизни, чтобы быть с Богом вечно на небесах, измениться в этой жизни, чтобы быть достойными будущей жизни. Начала узнавать Бога и Его характер. И после того, как ты Его начала узнавать, ты Его стала... Все больше стала, и больше. Стала ощущать его. Его присутствие стала ощущать в своей жизни. И просто вот буквально на каждом шагу он мне помогает во всем. И я тоже стараюсь, конечно, его не подводить, вести христианский образ жизни. И очень верю и надеюсь, что все будет очень хорошо, только с Богом. Наташа, вот как бы твой жизненный опыт, он такой интересный, и мне кажется, он довольно типичный, потому что какая-то часть людей считает, что да, Бог есть, но я как-то вот, ну я когда-то приду к Нему. И тем самым иногда навлекает на себя множество проблем. Вот как, например, в твоей жизни произошло. Если бы вы, возможно, стали ходить всей семьей, когда вы начали это делать. Это же, на самом деле, я представляю просто, как ты сейчас страдаешь, потому что вот чтобы всей семьей начать ходить в церковь, я думаю, что это мечта каждого верующего человека. А у тебя это было, это счастье, можно сказать, да? И как бы оно тобой было выпущено из рук и... Ну, может быть, не результат ты пожала, а просто вот проблему того, что мир вот так поглотил твоего мужа, и ты через это испытала очень много страданий, правильно? Твой муж там стал смотреть на другую женщину. Если бы он стал ходить в церковь и верил в Бога, ты сейчас понимаешь прекрасно, что этого бы не было. Вот все-таки, наверное, нужно как можно раньше приходить к Богу. Вот как ты считаешь, правильно вот делает основная масса людей? Наверное, нет. Несомненно, конечно, чем раньше мы приблизимся к Богу, тем счастливее мы будем в этой жизни. И, конечно, я страдаю, то, что сейчас мои дети и мой муж не со мной в церкви, не слушают Слово Божие, не изучают. Конечно, если бы мы ходили с самого начала вместе, то это была бы просто самая счастливая семья –
И я очень молюсь за них, чтобы они пришли к Богу. Я очень верю, что это так и будет. Конечно, строить свою семью с Христом – это большое преимущество. Это большая радость, когда можно вместе молиться, когда можно дружно делать какие-то общие дела, а не когда все по разным делам. И субботу можно проводить вместе. Самое главное – это святой день, Господень. Можно получать радость от общения своей семьи. Наташа, вот еще один такой момент, может быть. Вот ты сказала, что ты стала любить мужа даже еще больше. То есть ты этим хочешь сказать, что Бог, когда приходит в семью, Он дает силы для любви? Обязательно. Только Бог дает силы для любви. Только Бог дает любовь в сердце. Любовь именно... с прощением, вот именно, да, которая какая должна быть у человека. Именно, да, именно такую любовь с прощением, именно осознанную любовь, когда мы можем не просто какие-то чувства проявлять, а показывать это на деле, применять это в своей практике и проявлять заботу о своих ближних. Наташа, а вот скажи, пожалуйста, было ли так у тебя, что, например, муж запрещал ходить в церковь? Потому что бывает, то муж запрещает жене, то жена мужу. В твоей семье как это было? Да, был такой момент, когда муж запрещал мне ходить. Говорил, что я тебя не пущу, я закрою дверь. Но у меня почему-то не было страха, и я все равно была уверена, что я пойду. Потом он увидел, что я меняюсь, что я проявляю к нему больше любви, больше заботы, что ничего плохого во мне он уже не находит, что я не ругаюсь, не злюсь, потому что, опять же, Бог любовь дает и прощение. А еще было так в моей жизни у моей подруги, которая год назад пришла в церковь. Из моего рассказа она узнала, услышала о Боге и сказала, я тоже хочу узнать этого Бога. И она пошла со мной в церковь. И сразу все восприняла, все совсем сразу согласилась и почувствовала также Божью любовь. Муж тоже ей запрещал ходить в церковь. И она также не боялась, и он тоже увидел изменения в ней, что она стала более терпеливой, больше любви к детям стала проявлять, и ребенок стал спокойный, более усидчивый. И я надеюсь, что наши мужья тоже придут к Богу, потому что в этом ничего плохого нет и ничего страшного нет. Это освобождение от наших проблем, потому что Бог сказал, что все заботы свои возложите на меня, ибо я пекусь о вас. Но это ли не чудо, когда твои проблемы решает сам Бог, и когда ты свободен, свободен от греховных мыслей, от греховных поступков, когда в твоем сердце царит только любовь, только доброта, только желание помочь ближнему, желание быть счастливыми вместе со своими семьями. Наташ, конечно, жизнь верующего человека, она не безоблачная, и мы постоянно встречаемся с проблемами. И они будут так, наверное, нас всю жизнь преследовать. Я знаю, что вот, например, в данный момент ты оказалась безработной. Один человек в этой ситуации плачет, другой буквально готов чуть ли не покончить жизнь самоубийством. Вот ты и проблема. Вот какие ощущения от тебя? Если есть у тебя надежда, я надеюсь, что есть. В чем она? Вот как ты сейчас мыслишь? Вот ты столкнулась с проблемой, ты осталась без работы. Вот скажи свои ощущения. На что ты надеешься? Или что у тебя в душе царит? Мир, страдания? Ну, у Бога свои планы о нашей жизни, и Он знает все от начала до конца. И поэтому нам остается только доверить Богу свои переживания, свои проблемы. И Бог все устроит. Это чудо, когда есть на кого надеяться. Я верю, что Бог все устроит, и я не останусь без работы. Я просто жду и молюсь Господу, чтобы Он совершил все по воле своей. Я знаю, что Он меня не оставит и не покинет. Это девиз жизни.
в Исаии есть очень хорошие слова, что нет такого Бога, который бы столько сделал надеющимся для него, на него. Вот нет другого такого Бога, как Бог, вот Яковлев. И действительно, ну, разные бывают и сложные, и трудные ситуации, но мы знаем, что у нас ноги как будто на скале такой, да, и скала — это Иисус Христос, потому что Он знает наши проблемы, Он знает наши переживания, и, естественно, Он контролирует всю жизнь, и, как сказать, спокойно находиться в Божьих руках. Вот, наверное, да, ты можешь согласиться с этим? Соглашусь. Когда Бог берет нас на руки и в трудные ситуации жизненные несет нас на руках, это очень спокойно ощущать себя в Его объятиях. И просто становишься счастливым человеком, когда знаешь, что Бог рядом, и радуешься жизни каждому новому дню, какой бы он ни был, и что бы он ни приносил. Я твердо уверена в Божьей любви, заботе. Наташа, вот еще может быть такой момент. Вот очень многие люди как бы не очень понимают, что, как молиться, что такое вообще молитва. Спрашивают, вот сколько раз может быть прочитать вот эту молитву. Вот бывали такие случаи, я спрашиваю, есть проблемы. Они говорят, вот я знаю, что там надо 5 раз прочитать, там «Отче наш» другой раз прочитать, там 40 раз «Богородицу». А вот как ты понимаешь молитву, как ты молишься, что такое для тебя молитва? Ну, молитва, во-первых, должна исходить из сердца. Это разговор с Богом, когда ты разговариваешь с Богом, как с другом, когда можешь доверить Ему все свои нужды, все свои переживания, покаяться в грехах. И Он всегда слышит, Он всегда рядом и всегда отвечает на молитвы. Просто когда-то отвечает быстрее, когда-то медленнее, и ничего в нашей жизни не происходит просто так. Все, что происходит в нашей жизни, все по воле Божьей. Да, для Него нет ничего невозможного. Ничего. Спасибо, Наташа, что ты была сегодня вместе с нами. Мы очень рады были этой встрече. Действительно, наверное, вот к тебе в полной мере относится текст «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Или «Ты, Господи, даруешь нам мир, потому что все дела наши Ты устрояешь для нас». То есть мир от того, что есть это доверие к Богу. Спасибо тебе еще раз. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что были это время вместе с нами. Я думаю, каждый человек хочет иметь свой душевный мир и покой. И этот мир щедрой рукою дарует нам Господь. Всего вам самого-самого доброго. До наших новых встреч. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».